Зимой по Екатеринбургу будут разъезжать северные ездовые олени. Лапландские рогатые поселились на Урале. Вскоре должны будут составить конкуренцию лошадям. Ведь они столь же дружелюбны и ручные. Сейчас приезжие привыкают к местному климату. К температуре рогатые адаптировались быстро. От дождей, морозов и жары их защищает грубая шерсть. Проблемы с питанием тоже не возникло. Традиционный ягель оленеводы заменили овощами, зерном и сеном. Вскоре у лапландцев начнутся тренировки в упряжке. И хотя все олени уже объезжены на севере, на Урале они в трех соснах путаются. Зато не боятся людей, едят с рук и любят детей. Их специально для этого дрессировали. В новогодние праздники они станут главными героями снежного аттракциона. Они ручные, они уже к нам привыкли. Они, в общем, в принципе, реагируют на всех людей. Они на толпу реагируют очень хорошо. То есть они не боятся ни толпы, ни музыки, ни выстрелов даже не боятся. То есть они, в принципе, уже могут участвовать в каких-то мероприятиях.